Всем приветик. Хочу похвастаться тем, что пришло с AliExpress для моего увлечения, что я иногда плету землячки, оплетываю рукояти ножей, брелочки всякие, браслетики, фенечки. Ну и что-то вроде всяких аксессуаров к ним. Подвесы. Вот одно из первых. Вот такие штучки с рунами. Цилиндрические. С желтого металла. Так, слегка тяжеленькие. Так что вот так вот. Ну, здесь такой же набор пришел. Как бы теперь у меня их по две штучки. Эти подвесы к землякам. Тут у нас рыцарь со щитом. Их у меня два. Голова самурая. Ну. И из тематики «Пираты Карибского моря». Спрут или осьминог. Восьминог. Уасьминог. Уасиног. Как хотите назовите. Так, дальше. Дальше идет голова викинга. Ну, тоже из тематики «Пираты Карибского моря». Хотя викинги рогов-то как раз и не носили. Это все уже была потом выдумка литераторов. Еще одна из пиратов Карибского моря. Сюда вот так вот накидаем. Голова самого пирата. А, в ноготь вцепился. Так что ему сюда еще можно что-нибудь вложить. В эти зубки.
Тут такой же солдат, только белый, из белого металла. Рыцарь. Это здесь у меня из стародавних. Набор спартанца. Шлем. Застежка. И щит. Из белого металла. Просто черепушки. На шнурочке. Карабинчики, чтобы подвешивать их. Пришел также кожаный шнурок, что можно на шею что-нибудь наплести. Неоновые магниты, довольно-таки мощные. Держат якобы по 500 грамм. Ну вот это как раз для всяких фенечек и легких браслетов. Или вот это то, что вот кожаный показывал. Для них. Голова волка. Ой, не вру, это драконы. Это дракончики. Дракончики на браслеты тоже, на фенечки можно. Белого и желтого металла. Здесь то же самое. Здесь тоже для подвесов со всякими рунами. Колечки. Для тонких браслетиков. Для фенечек. Или небольшое украшение на шею. Аналогичное. Еще поменьше. Всякие цветочки, узорчики, цилиндрики. Не раскрывая, потому что рассыпется все. Нужно будет еще фурнитуру покупать. Куда это можно будет все сортировать, складывать. Что здесь в разнобой все. Далее. Крепление для браслета на руку. Как раз можно из паракорда сплести. И вот такой замок хитрый. В виде хвоста и головы дракона. Так они разъединяются. Так соединяются.
Это вот первый вариант. Есть второй вариант, он побольше. Немножко. Я вот думаю, я его для себя сделаю. Они и так-то дорогие. А пересылка еще дороже стала. Получается, они дороже пересылки раза в полтора, в два. Но иногда бывают вообще сумасшедшие цифры. Так вот. Это у нас волк. Волчара. И хвост. Крепление также идет, как волк кусает свой хвост. Ну и, допустим, с другой стороны рыцарь насквозь вплетенный. Хотя рыцарь не очень удобно, потому что щит тогда будет находиться все время внутри. Ну вот, допустим, такой орнамент можно вставить в плетение. Опять же, интересная тоже штучка, довольно-таки крупная, тяжелая. Сова на черепе. Вот на рюкзак, на сумку. Здесь темлячок доплести. Петелька. Ну и, не знаю, на бегунок можно привязать. На барсетку. Так вот. Что тут у нас еще? Ну, вот такое подобное вы видели уже. Вначале было. Голова ягуара. Да, пока раскроешь их. Используй то, что под рукой, и унеси себе другое. Вот. Голова ягуара. Ну и точно такая же голова ягуара, только желтого цвета.
Вот так вот. Что тут у нас еще? Опять же, такие же черепки желтенькие, маленькие. Угу. Еще одну новиночку нашел. Еще одна голова самурая. Тоже из тяжелого бронзы. Из тяжелого металла, то бишь бронзы. Опять не уцепится. Опять будем использовать то, что под рукою. О! Вот, а самураи-то как раз вот рога всякие таскали. Для устрашения. Тут получается как бы два лица, две маски. И на шлеме, и на лице. Тут еще стопорков прикупил в виде черепушек. Оливковый цвет, черный цвет. Это пластик. Это пластик. Всяких стопорков. Тут в виде гранаты стопор, вернее лимонки, так сказать. Ну, это затягивать шнурки, допустим, на вещмешках, на рюкзаках. Есть шнурочки затягивающие. Тут вот пластиковые карабинчики. Это вот видели вы только что, гранатки. Пластиковые карабинчики чем хороши, что на рюкзаки на молли можно вешать. Что вам угодно. Кружку походную, бутылку ему на петле. Подвесил и все, и у тебя она есть. Не надо снимать рюкзак, влезть внутрь туда. Такой вот образ. А так эти штучки можно, вот браслеты готовые, в них можно уже вплетать. Можно самому плести браслет, конечно. Ох, сейчас. А можно уже в готовый браслет. Плетать вот такие вещи мелкие, правда, крупные плетать неудобно, они здесь будут некрасивые, их уже надо внутри делать уже вместе плетение. А вот такие мелкие можно свободно, такие мелкие можно свободно насаживать сюда, вплетать вовнутрь. Такие вот цилиндрики. Вот черепушки, что я говорил. Вот у меня тут на мой браслет. Я вплел. Фонарикус. Здесь тоже вплел. Вплел в черный паракорд. Кожаный ремень. Череп в виде пиковой дамы. Компас, кресало тоже для высечения огня из кресала.
Так что вот так вот. Если кто такой же штучкой увлекается, давайте поинтересуемся вместе, что можно делать. Поделимся, так сказать. Ставьте лайки, дизлайки. Но лучше всего комментарии. А, и тут еще то, что вот эти фенечки и все остальное, поиска, японская технология. Ой, забыл, как она называется. Плетение шнуров. Вот тоже приобрел такие вот диски. У них середина выбирается. Потому что там 4, 2 нитки вертикально, 2 нитки горизонтально. И они по очереди сверху вниз перебираются, снизу вверх. Переворачиваешь и так вот стрелка показывает, что только против часовой. И отсюда уже выходит шнур. И шнур довольно-таки, если правильно подобрать цвета, то получаются орнаменты всякие хитрые. Они есть как круглые, двух размеров. Вот. Большой и малый. Также есть и квадратные. Тут получается 12 сверху снизу и с боков по 4. Ну, иногда бывает побольше, что делают. Это прямоугольные. Это как бы ремешки делать. А эти круглые, ну тоже ремешки, пояса. Вот самураи, что шнурками себя обвязывали, свои доспехи к себе привязывая. Вот это вот этими же методами плелось все. Хочу попробовать тоже. Сложно подобрать нитки. У нас все мягкие такие, нужны более суровые. Ну и наборы такие вот всяких буковых, тоже шнурочков. Что можно кому-нибудь на день рождения из детей сплести, подарить. Или на какой-нибудь праздничек. Так что вроде все изобразил. Любите природу, посещайте ее. Не сорите. Все, если кто такие шнурки разные увидит, разных цветов, капроновые, нейлоновые, по миллиметру и больше, то связывайтесь, пишите. Все, всем пока. Здоровья, мира.